свидание. Как прошло ваше свидание с Майком? Да. Что? Лучше вообще не вспоминать. Ну как же так? Ты же столько готовилась. Ну да. И все кончилось так и не начавшись. Подробности. Пожалуйста. Да правда, и рассказывать-то не о чем. Пришел Майк. Поел за пару минут. Потом скинул штаны. И кончил раньше, чем я успела раздеться. Да, я такой. А потом он заснул на моей кровати. А у вас как? Это было... восхитительно. Серьезно? Да, Даг заехал за мной на такси. Потом у нас был романтический ужин. А потом мы гуляли по городу. Здорово. А когда мы пришли к нему, он зажег свечи, потом ублажал меня целый час. Это была самая лучшая прелюдия. И через час дикого секса он не выпускал меня из своих объятий весь вечер, пока мы разговаривали. Это был рай. Ничего себе. Ну, как прошло с Анной вчера? Отлично. Чувак, я приезжаю к ней, стол завален едой. Вкуснятина. Короче, я заправился. Засадил ей. И уснул у нее на кровати. Домой успел вернуться еще до начала игры. И что, даже на ночь не остался? Не-е-е. А ты что, остался? Блин, чувак, даже не спрашивай. У меня вся ночь была кошмаром. Прихожу домой, света нет. Потому что я забыл квитанцию оплатить. И поэтому мне пришлось везти ее в ресторан. Ужин оказался настолько дорогим, что у меня даже на такси домой не хватило. И нам пришлось идти пешком обратно. Дома я зажег несколько свечей, потом пришлось ублажать ее языком, потому что от усталости у меня целый час не вставал. А потом еще час ждал, пока она с меня слезет. Ну, с Богом, я настолько был зол, что не мог заснуть. Мы так и лежали. Вместе. Всю ночь. Это было ужасно. Звучит жутко. Курицу? Ну и ладно.